Від вересня першачкам ускладнюють шкільну програму, хоча куди ще? Чому вже зараз домашнє завдання не під силу навіть батькам? Абзац розв'язує задачку. І забирають там учитися, то одінове, тому не можна первокласнику задавати. Родители негодуют. Их первоклассники часами корпят над домашними заданиями, но так и не могут решить некоторые задачки. Более того, их не могут решить даже взрослые. Двое дивляться, один говорит, двое слухают. Что это? Вроде бы понятно, но как конкретно ответить? Все время ломали голову. Я выяснил, почему малышам приходится мучиться с уроками и имеют ли право учителя так нагружать первоклашек. Купуются какие-то незрозумілі додаткові робочі зошити, додаткові посібники, додаткові підручники. Даня каждый день после занятий по 2 часа сидит над уроками, но сам не справляется. Приготування. У Татьяны 8 детей. И с каждым в свое время приходится вот так сидеть и заниматься. Говорит, программа стала сложнее, а к школе нужно готовиться как минимум за полгода. По большому счету, может быть, программа сейчас и должна быть сложнее, не такая, как в наше время. Получается, они в школу должны готовиться, как в поступлении в институт. Страшные вечера с жуткими задачками поджидают и моего коллегу Валика Чернявского. Его сын учится во 2-м классе и тоже частенько просит помочь с домашкой. Так, можно. Андрей задумав число, збільшив його на 4, відняв 5, результат умножив на 3, поділив на 2. Це не Андрій, це просто знущальник. А вот еще одна задачка. Казалось бы, просто линии, но оказывается, здесь какие-то фигуры, которые еще должны соприкасаться. А какие фигуры ты тут бачишь? Ну, скажи мне. Наяки. Как это наяки? Наяки фигуры я не бачу. А вон и тут есть. Да уж, парадокс. А это дочь еще одной моей коллеги. Кто бы мог подумать, что первый школьный год принесет ей столько хлопот. А я бы это задание делать. Я не знаю. Но оказывается, очаровательную малышку Валерию вообще не должны мучить подобные вопросы. Ведь, внимание, Министерство образования запретило задавать домашние задания ученикам 1-го класса. Так что же происходит? Купуются какие-то незрозумілі додаткові робочі зошити. Это уже все просто вигадки вчителів. Ага. Ледачих вчителів, які не здатні за той час відведений дитині пояснити тему таким чином, щоб додому домашнього завдання не задавати. Вот оно что! Родители, знаете, в случаях чрезмерной нагрузки малышей можете смело жаловаться руководству школы. Все повинно бути зроблено. Наприклад, якщо вони встигли 3 номери зробити, то ще 3 добре. Якщо 4, 4. Доробляем то, что они не встигли в классе. Я решил проверить, как же проходят уроки для первоклашек в обычной киевской школе. Я приятно удивлен. Здесь домашку первоклашкам не задают. За день в школе и задачки успевают решить, и провести физкульт-минутку. Учителя не отрицают, новая программа, по которой сейчас учатся детки, намного тяжелее прежней. Детям даже считать приходится в особо ускоренном темпе. Я зараз подивився, слухайте, ми такого не робили в 1-му класі. Кажуть, що важко, коли там в межах 100 додавали. Але ми ще до цього не дійшли, тому не можу сказати. В межах 100 у 1-му класі. По новій програмі. Та уж раніше до 100 тільки во 2-му класі считали. А от такі графіки, кажись, тільки в 3-му рисували. Ну вони справляються нормально зараз із тою програмою? Майже справляються. Но не самі, а під чутким руководством учителя. Ну що, вам подобається математика? Да. Да? Подобається? Да. Не сложно? Нет. 5 + 4. А если все-таки что-то нужно решить дома? Ты не знаешь, как делать. Угу. Ах, да, я говорил, в этой школе домашку не задают. Ну, почти не задают. Вдома. Ви вже тепер у мене розумні, батькам придумаєте задачу і скажете, а ну знайдіть ключові слова. І побачимо, батьки справляться з цими завданнями чи ні.